Снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы поиграем в одну очень старую игрушку, но при этом мега крутую, под названием Ragdoll Masters. Думаю, многие помнят ее, кто не помнит, сейчас вспомнит, а кто вообще не видел, сейчас, конечно же, увидит. Игрушка просто потрясная, я в свое время в нее задрил чуть ли не 24/7, очень что она мне нравилась. Здесь можно, кстати, против друга поиграть на одной клавиатуре, можно с другом против компьютера поиграть на одной клавиатуре, в общем-то, локальный кооп. Но нас это не интересует, начнем играть за одного плеера, конечно же, потому что мы здесь одни, и, в общем-то, у нас вот такой вот чувак, с которым мы будем сражаться вот с этим серым засранцем. И здесь дело в том, что мы летаем в гравитации свободно во всем этом пространстве, здесь очень низкая гравитация получается, и наша цель попадать ему в различные точки на теле, при этом стараться самому эти удары не ловить. Правда, самая эффективная тактика в этой игре всегда у меня была, сколько я от нее играл. Самая эффективная тактика — это было всегда вот так вот стоять. Но это читерство, это так неинтересно, поэтому будем сражаться как настоящие мужики. И кому, кстати, эта игрушка, ребята, понравится, то можете поставить лойсы, конечно же. И я пройду ее полностью. Здесь есть боссы, здесь есть всякая другая дичь. Здесь вообще очень-очень много всякого интересного. Кстати, чем больше комбо мы будем наносить, по-моему, тем больше ему прилетит урона. Поэтому надо стараться вообще без урона проходить. Хотя раньше, вот когда я помню, я играл, до этого я вообще не допускал того, чтобы мне в самых начальных уровнях наносили какой-либо урон. Но сейчас я уже порастерял навыки в данную игру, но ничего страшного, сейчас мы справимся. Игрушка, по идее, весьма хардкорная. На первых уровнях только кажется, что типа тут двумя чуваками летаешь, ну что тут такого. Потом врагов только больше и больше и больше будет. У них разный урон будет появляться, разные там хпшки и тому подобное. В общем, увидите, это, блин, просто по мне это игра легенда. И, кстати, она, по-моему, даже еще недавно на телефонах появилась, если кому-то интересует. На телефоне, наверное, в нее довольно удобно играть, потому что здесь управление позволяет творить такую дичь. Поэтому проверьте, если кому интересно, если она там на андроиде, то можете, в нее даже на телефоне поиграть. Ну давай ты уже как помидор красный, лопайся. Да, руками можно блоки ставить, если что. Да ё-моё, как ты все еще жив-то? Так, все, ногой. Нет, еще все еще живет. Бам! Все раскололи. Кстати, здесь есть такая забавная фича. Не все про нее, кстати, знали почему-то. А хотя стоп, в этой версии, походу, ее нету. Печально. Раньше можно было брать, или это на боссе только работает. Раньше можно было головой управлять врага. Так, и здесь мне реклама вводит, что типа купи полную версию. Сейчас я ее скипну. Да, вот все. Продолжаем. Теперь враг побольше, как видите, уже размером сразу. Более эпичный, более противный, более масштабный и всякое такое. И, ну, правда, чем больше голова, тем легче в нее попасть, да? Правда, урона он побольше, по-моему, наносит, или у него хпшки побольше, чем у меня. Вот это я уж плохо помню. Но со временем, мы, думаю, это прочувствуем, мы это заметим и тому подобное. Блин, на! Отлично, красиво получилось. По идее, надо просчитывать, как ты кувыркаешься, и тогда вообще легко урон наносить. Но, блин, что-то я так вообще, я такой spin me baby right now прям начинается какой-то. Я просто кручусь-верчусь и надеюсь попасть на самом-то деле почему-то. Хотя стоило бы немного прицельный огонь вести. Вот типа вот таких ударов, и тогда вообще все круто получается. Пока что попробую я в него более-менее четко бить. Может получится удержать большое комбо. Если комбу семерочку сделать, по-моему, сразу лопнет. Такс. Но это, понимаете, дело такое очень-очень-очень непростое. Так, ну чувак, давай уже, хватит вертеться так, как мне неудобно. Блин, если он в углу, его, конечно, трудно отбить, пробить и тому подобное. Так, да я тебя сейчас покараю, ты жопашник хренов. Блин, только начал злиться и сразу же получил удар. Ну на тебе башкой тоже, я хоть и сам получил урон, но я тебя сейчас отмутужу, чертов ты тузик, блин. Или грелка, не знаю, кто там, кто из нас кто. Такс, сами в комментариях придумайте. Такс, иди сюда, чертила ты. Ох, блин, боди. Друг другу вмазали, короче. Такс, на. По идее, самое прикольное, когда получается сразу двумя ногами по репе заехать. Типа вот такой, ты крутишься одной ногой, потом другой ногой, а потом можно вообще такую фигню придумать, что ты еще ногой, рукой, ногами, ногами, головой. Но это прям дикая каша, дикое мясо будет. Блин, я уже краснеть начинаю. Вот это, кстати, самая жесть. Если тебя в три врага так присанут, то вообще не вырвешься из этого ада. Но мы уже почти победили. Смотрите, он уже помидорообразный. Его руки уже все в крови. Это означает, что мы победили. Второй уровень прошли. Отлично, комбо.
комбо-вомбо набили, еще можно все эти шарики подкидывать, можно даже присесть на его голову, это как этот тибэк сделать, только какой-то специфический. Бу-у-у! И в футбол можно еще поиграть, наверное, если приспособиться. Хотя на два игрока мы играли, типа футбола, сколько я помню. Так, ладно, здесь сейчас новый экранчик будет. И третий уровень пошел! Теперь уже два врага, и это, блин, неприятно. Друг друга они не дамажат. Это самое хреновое. В коопе-то легко можно от этого отделаться. Вот когда в одного-то уже испытываешь небольшой пуканоподгоратель. Какой-то у тебя начинается. Такс. Ну, игрушка очень крутая. Не знаю, как она для вас смотрится. Я сейчас играю, я прям такое удовольствие испытываю от игры в нее. Если вам тоже в нее хочется, кстати, захочется поиграть после этого ролика, ссылку на демо-версию оставлю. И можете тоже пострадать всякой дичью в этой замечательной игрушке. И если, конечно же, она понравится, конечно же, и вам захочется еще по ней роликов, еще раз напоминаю, то ставьте лойсы, конечно же. Да, вот это 4 комбо. Вот это я им, конечно, накостылял сейчас. Оу, 5 комбо. Давай, давай, давай. Блин, сейчас я по-любому удар словил бы, даже не вернулся бы никак. Ау, сам ли... В рот мне ноги начались какие-то, прямо, знаете. Так. Давай головой. Блин, хотел еще головой умазать. Ух. Я бы хотел перманентный слоу-моушен, на самом деле, тогда было мне проще сражаться. Так, ребята. Ну, ё-моё. Давай, 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 я хочу в голову попасть просто. Концентрация. Концентрация. Бау. Давай, я тебя сейчас прикончу, парень. Я должен его... Отпустить его душу из этого мира гравитационного, не знаю. Такс. Блин, вот это больно. Я уже сам краснею, не слабо. Это очень плохо, если я проиграю, то начну сначала, конечно же. Поэтому надо держаться как можно жестче. Так, давай, да хватит меня бить, да ёб... Тудей. Да японский городовой-то. О, победили. На. Все, на. И сейчас еще контроль на тебе. Да, блин, это мне контрольный сейчас, походу, будет такими темпами. Да хватит ты! Сарделька ты недоделанная, сосиска ты барахтающаяся. Я не знаю, что... Как тебя еще обозвать, но ты... Ты меня бесишь. Очень. О, попал! Еще раз. А, я проиграл! Да ладно, как так-то? Да как? Как это так-то? Блин. Зато я на первом месте. Ай, ладно. Кстати, если поиграть вот так, можно показать, как это вообще работает. На самом деле, можно даже вдвоем вот так вот играть. Типа, точнее, на одной клавиатуре я могу это провернуть. А сейчас я буду двумя чуваками одновременно управлять. Раньше так тоже пробовал играть в эту игрушку. Так, только я забыл, какие кнопки здесь управляет конкретно вторым чуваком. Блин, я что-то нажал не то. А, я паузу поставил, ё-моё. Я же испугался. Так, стоп, это управляет, по-моему, белым чуваком, да? Так, это ВСД управляет белым, а этот серым, по-моему, управляет на стрелочках. Если я не ошибаюсь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Не, на самом деле, двумя чуваками труднее, конечно же, управлять. Начинаешь немножко не так все это дело воспринимать. Но можно, типа, оставить второго товарища, как, знаете, и вторую попытку, по идее. Ты его можешь где-нибудь там в углу бросить, его все равно на него нападать особо не будет, потому что он, типа, ну, где-то там далеко, он не до твоего клона, скажем так. Вот. Поэтому можно придумать всякую дичь. Даже играя в одного, это не останавливает нас. Такс. Блин, я играю за два чувака, а почему-то такое чувство, что враг... Хотя стоп, он враги реально в два раза сильнее здесь становятся. В таком режиме. Вроде да, если я не придумал этого. Так, опа! Давай, последний удар. Ей, win! Отлично! Level 1 completed. И сейчас снова этот экранчик дурацкий вылезет из-за того, что я в демо-версию играю. Да, играю в демо-версию, потому что с официального сайта скачал, а то, что не с официального сайта я скачал, у меня баги со звуками какие-то были нереальные. Воу, level 2. Да, враги такие же будут, только пожирнее, когда вдвоем играешь. Ну, я forever alone. Один играя двумя. Поэтому мне некого посадить за второй. Кстати, вот эта тактика, которой можно убивать всех вообще в этой игре. Это ты вот так вот в угол забиваешься, и тут торчат, получается, только ноги.
и руки в итоге, а в голову очень трудно попасть и в другие части тела. Получается, враг на тебя летит и все время во что-то и врезается. И так можно проходить очень далеко. Хотя и со временем все-таки вас, наверное, убьют. Потому что, ну, я раньше проигрывал все равно, хотя я хоть и находился в такой вот самой безумной подмышкой нюхательной позиции, если посмотреть, что мы вообще делаем там. Так, ладно, в атаку! Так, все, ему, по идее, уже жить-то осталось совсем недолго, как и нам, наверное, если мы попадать не будем, но думаю, что мы все-таки его примем. По идее, можно от одного угла в другой угол кидать чувака, это прям какой-то рестлинг будет, наверное, напоминать, не знаю. Так, бой в клетке. Да ёп. Да умри ты. О, Ювин, все, прошли. Ну, ладно, наверное, на это буду заканчивать. Если вам понравилась данная игрушка, если не играли, то поиграйте обязательно. Если захочется еще роликов по этой игре, то ставьте, конечно же, лойсы. Я же даже своего напарника в лес, смотрите. Пошел вон. В общем, если все понравилось, конечно, лойсы ставьте, поиграю еще. А если вы здесь впервые, не забывайте, конечно же, подписываться. Я всегда рад новым подписчикам. И вроде все. Ссылки в описании все. Пока, увидимся в следующий раз. До встречи и тому подобное.